Рахматуллаху ва баракатуху. Осень пришла к нам в Узбекистан. И вот такие чудесные гранаты у меня поспели в садике вот дома. Этот гранат, видите, он светлый. Еще говорят, люди, значит, светлые, должны светлые гранаты употреблять, а более темнокожие люди, да, должны такие красно-яркие гранаты. Ну, это так говорят. А я, в свою очередь, вам сегодня хочу рассказать, как я готовлю наршараб или гранатовый уксус. Это у меня кислый гранат. Вот, и я ежегодно готовлю вот такой вот уксус наряду с тем, что я готовлю яблочный и виноградный. А вот сейчас сезон гранатов. Я готовлю некоторое количество гранатового уксуса. Пожалуйста, посмотрите. Приготовление гранатового уксуса. Вот здесь у меня гранатовый сок, который я отжала, вручную отжимала. Потом, значит, нам необходимо. Это у нас яблочно-уксусная матка. Я здесь их храню. Вот они у меня используются для приготовления. Я использую гранатового уксуса, также свекольного уксуса. И из настоя свеклы я готовлю свекольный квас. Вот в их приготовлении я использую вот эту матку. Ну, это гриб. Гриб – это колонии, значит, микроорганизмов, на которых можно вот такие уксусы выращивать, уксусы, квасы и так далее. И еще, значит, нужен нам мед. У меня он липовый мед, я сахар не добавляю, на меду готовлю. Вот в этой бутылочке у меня уже вот внизу здесь я положила, значит, уксусную матку и чайную ложечку меда. Некоторые кладут сахар и на 2-3 дня оставляют, а вот потом уже начинают добавлять, через 2-3 дня начинают добавлять гранатовый сок. Но я всегда делаю сразу. Добавлен гранатовый сок. Вот. И вот так вот дней 20 он должен постоять в прохладном месте. Вот. Ну, желательно свет, чтобы не падал. В темном можно в шкафчике внизу его хранить. Через 20 дней уксус созреет. Вот, когда он созреет, можете в дальнейшем опять также эту матку взять и новую порцию уксуса готовить. А уксус переложить в другую бутыль. Ну, очень полезен, конечно, гранатовый уксус. Все свойства граната переходят в этот уксус. Вот, хорошо усваивается. Любые, вот, которые вы добавляете в его, салатики, в еду можно добавлять, в блюдо, в мясо добавляют, мясо маринуют также. Сам по себе, как известно, он содержит много полезных веществ и микроэлементов, макро- и микроэлементов, и способствует, например, тому, что кальций организмом хорошо усваивается, а также благодаря применению гранатового уксуса у вас хорошо будет усвояемость пищи. Еще давление понижается, так как он, значит, участвует в расщеплении холестерина. И понижается, значит, холестерин в крови. Так что вещь очень полезная. Можно как в блюдо готовые добавлять, так и можно 2-3 чайные ложки на стакан воды его просто применять, пить его при вот таких вот болезнях, со сердечно-сосудистых заболеваниях различных, а также сахарном диабете. Всем спасибо, до новых встреч!